Добро пожаловать в самую мужскую игру на свете, Worms в AMD, друзья. Мы продолжаем с вами, у нас сегодня с вами миссия «Так победим». Так победим. Я не знаю, наверное, у них какие-то там щадящие возможности, нехватка оружия, и они такие: «Да пофиг, мы и так выиграем. Победить всех вражеских червячков». Наш старший сержант Рейдар поймал какой-то тепловой сигнал в холодных пустошах этого сектора. Может ли это быть секретный агент Чеш? Это миссия «Сделай или умри». Поэтому, если ты увидишь каких-то либо товарищей, не забудь оказать им очень холодный, мать его, прием. Ну что ж, друзья, мы начинаем. Меня зовут Влад Шимо. Поехали. Так, победим. Победить всех вражеских червячков. Ну что ж, буги, как естественно, есть, сэр. Так, начинаем. Ну давай с Митенса и начнем тогда. Очень красивая карта. Красивая карта, у меня всего два человека. Так, тогда делаем вот так. Это очень деликатная операция. Ну, допустим. Ой, вот это было идеально, я считаю. Но там все 60-е отнялись, да? Я ж правильно понял? Да, 63 отнялось, но я почти, кстати, мог и не отнять эти хпшки. Ну, в любом случае, смотри, теперь я защищен. Я защищен, можно забрать вот этот дроп, вот этот дроп. Вот этот дроп можно забрать. А вот эти челики, какая у него морда, бля. Смотри, какая превьюшка снова у меня. Так, хорошо. Кто ходит? Ты ходишь? Кто ходит? Кто стреляет? Это ты? Эвеленч, это был ты! Откуда ты там, падла? Откуда он взялся? Ублюдок! Серьезно, откуда он там? У него проблемы, я тебе серьезно говорю, у него сейчас серьезные проблемы. Там робот у нас, ничего себе. Так, ну слушай, у Эвеленча проблемы серьезные сейчас будут. Я тебе серьезно говорю. У Эвеленча будут проблемы. Я не знаю, как лучше его там скинуть или что с ним сделать, но у него будут серьезные проблемы. Так, отпрыгиваем. Ну, то есть, ему, чтобы достать Just Hands'а, Эвеленчу в следующий раз нужно зайти в дом. И то не факт, что у него получится. Так, вот этот челик Frostbite. Он может меня завалить, но у него еще и дроп есть. Он будет до меня добираться. У него есть дроп с шестеренками, это чтобы усовершенствованные штучки мутить себе. Нифига, граната-бомба тут нарисована, прикольно. Так, ну давай, буги ходят. Так, ну я тогда Эвеленча добиваю. Можно, в принципе, его отправить куда-нибудь далеко. Потом перебраться в робота и закончить с фростбитом этим. Я думаю, ну так оно и будет работать. Так, давай кулачок, наверное, Так, подожди, куда ты гранату схватил? Долбануска. Неплохо, достаточно неплохо он упал, я считаю. Надеюсь, он там не пробьет дно. Чё ты сказал? Отлично. Блин, он пробил дно немножко, ну ладно. Я аккуратно спущусь как-нибудь. Так, кто ходит? Нипи, Хаски, длинный Джон. А ты-то там откуда? Сноуфлейк. Это босс, ты посмотри, это их босс. А, нет, это не их босс. Ты чё делаешь? Ты чё вытворяешь? Ты дурачок, что ли? А чё ты вытворяешь-то? Один хп, это ж как ты так рассчитал? Сноуфлейк. Хорошо, ты посмотри, он себя убил. Он убил себя, он кончил себя полностью. Так, вот здесь будет деликатно, это можно умереть. Случайно можно себя убить. Так, давай сделаем вот так тогда. Я за деликатный спуск. А то мало ли будет плохо. Так, давай сделаем вот так. В робота мы залезть успеем. Сначала нужно разобраться с товарищем. Я в роботе туда не пойду. А вот сделать вот такую штучечку я могу себе позволить. Ну-ка. Ой-ой-ой, как хорошо-то. Ну-ка, отлично. Ну, это идеальная смерть. Прекрасно. И сгореть еще в довесок ко всему. Сколько я ему отнял? Сатенчик будет? Да, 101, неплохо. Ну, до той коробки, я думаю, можно сбегать, но... Не, ну это реально было красиво. Смотрим повтор. Это можно посмотреть. Ну, это реально было красиво. Я просто этого челика я на все, что можно, накинул. Это хорошо. Так, смотри. Длинный Джон, но еще опаснее вот этот чел. Он очень опасный, он вообще опасный. Так, хорошо. Нипи, ходи, что ты там задумал, тварь? А почему здесь магнит? Здесь есть какой-то челик, которого мы не видим. И он что-то замышляет? Ты к другу к своему? Я не против. Что происходит? Так, ну они пытаются достать буги. Блин, ну сложненько будет, судя по всему. Ты посмотри, ну мы попробуем. Будет непросто, но мы попробуем. Так. Нам бы телепортнуться, но телепортов у нас с тобой нету, да? Хитрая телефонная кто? Я не знаю, что это, я это не использовал еще.
Отлично. Так, вот я даже не знаю, что и сделать с этим челом. Подожди. Ну, можно А, паяльной лампой можно прократиться чуть-чуть, в принципе. Вниз, да? Или вот так лучше? Во, вот так, да? Допустим, я пока не знаю просто, как завалить этого Сэр Молса. А вот в роботе прыгать, ну не знаю, будет ли это правильным. Ну, потому что с роботом все гораздо сложнее, я думаю. Кто ходит? Тут есть кто-то! Так, он своего завалил, красавчик. Вот это хорошо, вот это мне уже нравится. То есть смотри, это такой отвлекающий маневр был. Я спустился к нему, чтобы он убил своего. Он сидит здесь, вот их босс, вот тут, вон он, я вижу его глаза. Я вижу его брови, они живые. Так, попробуем сделать вот так. Я не знаю, насколько далеко прыгает робот, но он должен сделать, правильно? Подожди, ты хорошо прыгаешь? А! Он отлично прыгает. Он очень хорошо прыгает, но я отнял себе жизнь, правильно я понял? Блин, ну он хорошо прыгает, но этот его прыжок только на один раз, судя по всему, да? Допустим. Нет. Хорошо, мину отправил куда надо. Мину отправил, это мне нравится. Вот этому вылезти сейчас сложновато будет, конечно, отсюда. Но я попробую как-то... Ага, ну тут никак. Я закопался здесь по полной. Так. Что мы можем? Мы можем вот это сделать. Но за что зацепиться нам с тобой? Его не хватает! Нет! Не может быть! Нет! Подожди. Дурачок. Это называется дурачок. Так, не знаю, для чего я туда упал, но я думаю, пора пробивать дно дальше. Чтобы вылазить отсюда. Куда ты полез, ты дебил? Все, стой тут. Вот сюда. Я просто не знаю, ну там мина, я что с ней могу сделать? Давай, кто? Лонг Джон, кто ходит? Блин, сложная будет, наверное, каточка, но я попробую. Хаски. Так выиграем, говорит. Миссия называется. Так выиграем, так победим. Так не победишь. Ну хорошо, это не самое плохое, что могло быть. А что я могу с этим роботом сделать еще? Может, мы еще с тобой прыгнем? Братан, вылази. Убери оружие. Как их убрать? Подожди. А что такое телефонная будка? Я могу что-то интересное сделать с ней или что? Не знаю, короче. Так, давай вылезем тогда. Ты на него залезть сможешь? Так, окей. Что это за телефонная? Допустим. И что будет? Блять! Это какая-то граната, походу. Я утопил телефонную будку, бля. Как так можно было? Этот пропускает, ладно. Блин, я утопил. Как? Let's go, ребята, как? Как я утопил ее? Не понял, нахуй. Достань до нее, мразь! Смотри, как это будет жестко сейчас. Ха-ха! Нихуя! Вот это было жестко! Ты видел, как он сделал сейчас? Вот это сейчас было хорошо, да? Так. Хорошо! Раскачивайся, падаль! Подожди, ты ж хорошо делал. Ты зачем это творишь? Вот! Вот это я и хотел. Вот это я и ждал. Так, а теперь кидаем туда вот эту штуку. Давай. Остается мало времени. Отлично. Нет. Мина, нет. Блин, я потерял мину, но и этого чела я тоже не убил. Лонг Джон. Блин, мне как-то Джаза Хэнза надо оттуда вытащить. Он оттуда не выберется, по-моему, на роботе. А может, можно как-то выбраться на роботе? Но мне кажется, я себя сейчас завалю просто. Ниппи. Только ходи, пожалуйста, косо. Неровно, чтобы в меня. Я тебя прошу. Он думал. Он долго думал. Ёлки, он попал, по-моему, в меня. Ну хорошо, он убрал мину. Хорошо, есть. Он сказал есть, хорошо, есть. Так, у меня еще есть вроде одна горелка. Вроде есть горелка. Горелка одна есть, представляю. Горелка. Поехали. Отлично, ее хватило. Мне нравится. Заныкаемся пока сюда.
чтобы нас не убило с тобой чем-нибудь. Блин, напряженько. Я считаю, на этом маленьком островке нахожусь постоянно. Моя задача завалить босса, судя по всему. К нему подобраться будет просто. Сначала нужно Лонг Джона сбить. И мне кажется, если убить босса, то проиграют все. Есть у меня такое ощущение? Мразь ты, блядь, ёбаная. Я тебе... это вот единственное, что я могу тебе сказать, что ты меткая проститутча. Проститутша. Вот что мне сейчас делать с ним? Просто объясните. Так, ладно. Давайте сделаем вот так, чтобы безопаснее потом на веревочке оттуда спрыгнуть. Как раз мину уберем. Да, не очень приятная ситуация, конечно. Но я, по крайней мере, Джазом Хэнзом смогу дотянуться веревкой до туда. Давай, Хаски. Давай, песик, ходи. Так, их остается четверо, но, судя по всему, мне нужно зашутить того чела последнего. Ёбаный рот, зачем ты делаешь вот эту херню? Нахера вы пробиваете мне дно? Зачем ты туда стреляешь, дебил? Я ж потом не выберусь оттуда, паскуда. Проститутка. Ты посмотри, что сделала только что вот эта вот потаскуха. Вот ты... И что я делаю? Ёбаный нос. Да куда ты падаешь, долбанус? Долбанус! Не, ну это нечестная залупа, я тебе серьезно сейчас вот заявляю, я тебе прям клянусь, что это нечестная херня какая-то. Давай попробуем вот так, я хер его знает. Ёбаный в нос. Буги, у меня на тебя вся надежда. Ну серьезно, ну что это такое? Ну почему мне пробили так, что я не могу вылезти? Что ты творишь? Ну еще шаг не мог сделать, что ли? Дурачок, смотри свое отражение. Ты все равно страшный, чувак. Ты в семье самый уебок. Я тебе прям гарантирую. Короче, надо прыгнуть где-то отсюда, чтобы я не упал в воду. Смотри. Отлично. Хорошо прям, хорошо. Вот это было нормально прям. Не достаю, не достаю. Чуть-чуть. Еще. Отлично. У меня психоз начинается, потому что... Ну как так? Как можно так было тащить и потом просраться? Еще немножко, ребята. Так. Еще времечко есть. Так. Так. Отлично. Все идет по плану, господа. Собираем дроп, заходим к челику. Подожди, заходим к челику. Как к нему попасть? Как зайти к этой твари? Мразь! Хотя нет, я тут останусь, подожди, он же может немножко дом разрушить, судя по всему. Давай тут останусь. У-у-у, тем более другой ходит, ладно. Адвенчер, возможно, сейчас он Хаска заденет. Но я не уверен, конечно. Но в эту маленькую дырочку точно не пролетит ничего к этому буги. Ну, вот это нормально было. Вот это молодец. Вот это тоже еще назад прыгни разочек. Не хочешь? Печально, печально, я надеялся. Я надеялся очень сильно. Так, ну, вот это уже более-менее. Вот это уже более-менее можно что-то сделать. Они мне сами вроде как помогли разобраться с моей проблемой, с проблемой выхода отсюда. Ааа, ёб твою мать, сука! Охуеть! Ааа, блядь, что это сейчас было? Я убил чувак. Почему это происходит с моей командой, блядь, почему? Ёбаный насос. Ёб твою мать. Сколько ты отнял? Блядь, 38. 38, блядь. Я в ахуе. 38. Я... Бляха, я в ахуе. Я в шоке, блядь. Хер ты, мразь конченая. Взорвись. Ёбаный в рот, зачем? Ты же гранату выбрал, дебилоид, нахуй! Он же взял гранату! Я же гранату выбрал, почему стрельнула базука, бля? За что? Я ебу. Я ебу. Это мне тупо везет сейчас получается? Я в ахуе. Я в ахуе в полном. Подождите, ребят, пожалуйста, я прошу, подождите. Мне сейчас просто сфартило, и этот, и вот оно. Умри, мразь. Он пропускает. Подожди, мне вот сейчас просто вот так фартопопа повезло? Он себя убил.
Он себя отнял хп. Там отдача была. А почему он живой? Он же вроде себя ранил, не? Ребят, я в ахуе. Я из-за того, что я сейчас видел, я в шоке. Она даже не хотела прыгать туда, понимаешь? Она не хотела спуститься к этому дурачку и ударить его. Она не захотела это сделать. Если я сейчас проиграю, я буду в шоке. Нет, он чисто до меня пытается добраться, я понял. Я понял прикол. И сейчас я аккуратно сейчас все сделаю. Сейчас все будет аккуратно и хорошо. Больше такой херни не сморожу, как с тем червя... Того челика вообще жалко, правда. Он умер просто вот как лох конченый. Здесь будет все иначе. New species. Да, new species будет. Пока, чмо. Ебать. Что? Он не попал! Он не попал! Блять, он не попал по нему пальчиком! Почему я битой не бил? Почему я не бил битой? Динамит, блять, он взял динамит! Пидорас! Что ты задумал, тварь? Он же убьет меня. Блять, как? Что это за залупа? Блять, почему? Как? Ебать! Ты серьёзно? Долбоёб! Бляха-муха! Ты дурачок! Да почему ты туда попадаешь? Ребят, почему? Как? Он не у... Слушайте, ну это же жесть. Ну это нечестная херня, но вы... Да пошел ты нахуй со своими повторами. Ребята, я в афиге. Я реально в афиге. Но сейчас я буду чуть-чуть по-другому тогда играть. Ладно, фиг с ними. Я разочарован. Я хотел две миссии пройти за эту серию, но походу я опять только на одной. Почему они такие жесткие? Прыгает оно там в доме. Ха-ха-ха, пропусти ход, тварь. Дроп не бери только. Ты что задумал? Как играть в эту игру? Ты посмотри, что делают эти долбоёбы. Он мне 62 хп отнимает. Этот дурачок ёбаный отнимает мне 62 хп. Ребят, у меня нет слов. У меня нет слов, у меня только мат. Понимаешь? Я не могу понять это. Это что вообще за такое? Кава! Эва! Энева! Бета! Эва! Ова, блядь! Капец, я в шоке. Меня реально бомбит, я не понимаю, почему это происходит со мной. Пушон. Офигеть, офигеть, почему мне не повезло? Их так много, капец, их так много, а у меня всего два человека. И надо все сделать хорошо, чтобы... это невероятно сложно, я тебе скажу. Почему это происходит? Короче, сейчас буду на парашютике к ним пробиваться аккуратненько. Чё ты назад-то? Хочу, короче, отсюда спрыгнуть туда к ним на парашюте попробовать. Но сначала сниму Сноуфлейка, если он сам себя сейчас не завалит. Я искренне верю в то, что он сам сейчас себя сольет. Ему, по сути, некуда идти. Возможно, он сам себя сольет. Ты может быть, аптечку бы хоть для меня оставил? Тварь ты конченая, неблагодарная мразь. Ах, беспредел. Да это все потому, что я в тот раз того чела утопил своего из-за веревки этой гребаной. Нечестная фигня вообще получилась. Эу! Надеюсь, ты умер! Какая жесткая катка, я тебе скажу. Компания прям бешеная, жесткая компания. Я точно не ожидал сегодня такого. Давай, Нипи, ходи.
Ну ты представляешь, столько ты играешь, чтобы потом в конце тебя вслил какой-то дурачок, по которому ты пальчиком не попал. Что мне мешало битой его ударить? Он бы сдох. Он бы сдох, он бы в воду упал, бля. Ах, бомбит. Ну, просто меня Влад зовут, поэтому всегда такая хуйня происходит. Все логично. Он еще не пробил, смотри. Паутинка, блядь, осталась еще, ебаный рот. Он еще паутинку оставил там. Это жесть просто какая-то. Он еще там не пробил до конца, оказывается. Этот еще с домика туда знает, где я нахожусь, туда палит каким-то образом. Как они через стены видят, я не понимаю. Что у них за зрение? Они что, с рентгеновскими глазами, что ли? Как они видят, где я? Как они это видят? Я не пойму. Кава, эва, нева, ова. Прыгай, мразь. Так, хорошо. Я в шоке, ребят. Я в ахуе. Так, подожди. А что делает телефонная будка? Я, кстати, так и не понял. Сие. Да отцепись ты уже. Дурак. Столько моментов продул, ебаный рот. Ну залазь, залазь. Развернись и вылазь. Тут ты меня не выпустишь так никогда. Иди, овца. Как жестко, как же, куда ты там назад ко мне летишь? Даже не смей, а то сейчас около меня умрешь еще. Еще меня заденешь, не дай бог. Писис. Блин, да это некрасиво было. А я проиграл, еще хуже было, еще некрасивее. Блин, беспредел. Ходи давай, эскимос. Лонг Джон. Фига не меткий, я офигею. Так, моя задача сейчас пробить эту паутинку. Эту паутинку. Еще бы тот, блин, как-нибудь убрать магнит, вообще было бы хорошо. Все, я справился, я смог. Я смог. Вот что с магнитом тем делать? Я вот не пойму, как сейчас будет у меня пушка лететь. Может, он как-то скинуть его можно, я фиг его знаю. Но было бы неплохо, конечно. Давай. Вот я могу... Вдруг я отсюда стрельну сейчас в Сноуфлейка, и в меня обратно вернется этот выстрел. Вот я бы этого не хотел, конечно, чтобы было. Сесть в робот? Да поехали, чё? Давай сесть в робот сделаю, почему бы нет? У-ху-ху! Мразь! И червя, конечно же, не достал. Я попытался в него типа мину кинуть, но ему было все равно, да? Допустим, ладно. О, смотри, как раз он ходит, чтобы меня завалить в этом роботе. Классно, смотри. Хоба, и все. Хоба, и все. И вкопал меня в землю. 19 он отнимает. 19. То есть мне нужно вот этим челом, мне нужно сейчас всех убить, да? Ну просто на того надеяться бесполезно, он дурак, понимаешь? Хотя нет, он не дурак, ему много отняли изначально. Ему много отняли изначально каким-то дураком. Вот и все. Просто случайным каким-то выстрелом попали и отняли ему все хп. Случайным, потому что так не попадают, понимаешь? Так не делается. Так, ну-ка давай, я рискну. Ты там давай не наводи так, окей? Ёб твою мать! Ну, типа, это прикол, да, такой? То есть этот магнит сейчас будет всеми способами мне вот мешать здесь, да? Не, ну типа не вопрос, я сейчас сразу приземлюсь в домик и все на парашюте. У меня не проблемно. Мины, блин, забирает. Зачем ты это делаешь, козел? Ладно, сейчас я тернал с этого убью. И все будет хорошо. Вылазь. Вылазь оттуда. У нас с тобой миссия получше. Смотри. Скинь его. Давай, блядь, как он? Он попка. 8. Он попкой. Уже хоп-хоп-хоп такой по склону. И выжил, блях. Он выжил. Ой, как это жестко. Как это жестко. А это очень жестко. Да ты же пропустил, дурак. Давай, в магнит стреляй. Ёлки-палки, смотри, они до последнего того топят. Но они капец, они, конечно, все в открытой местности сидят, палят, а мне нужно выбираться. Выбираться из дебри самых. Ну это нечестно. Это нечестно. Так, подожди. Смотри, как мы. Подожди. Я, кажется, начинаю понимать прикол. Просто нужно сделать вот так. А иначе никак, понимаешь? Это самый верняковый способ выиграть эту каточку. Хоба! Прикинь, да? Вот так это работает. Вот так это работает. Мразь! Я даже не знаю, что с ним стало, я просто хочу в дом попасть в этот.
Я аптечку взял. Отлично. Он умер? Отлично, он в воду упал. Нет, 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 не ты должен ходить, пожалуйста, нет. Эта бочка взорвется, она тут все разнесет. Даже не смей, пожалуйста, Брис, не надо. Пожалуйста, прошу тебя, не делай этого, не делай этого. Фух. И он его убивает? Он его не убивает, это хорошо. Ребята, я напряжные катки еще не видел. Это очень сложно, это очень сложно. Так, давай тогда сделаем вот так. Чтобы аккуратно, деликатно. И все, короче. Иди ты нахер оттуда, чувак. Робот уже вроде дымится, но... Как бы я не знаю, но сделаю вот так. По фанчику. Буду потихоньку пробиваться. А вот буги надо сохранить любой ценой. И аптечку эту любой ценой забрать. Их еще четверо. Нет, их трое. Их трое. Да, их четверо. Если Джон сейчас походит, как я не люблю... А он походит, как я не люблю. Что он делает? Так, все, они все в знак палят. Хорошо. Так. Окей, прыгай. Хорошо. Иблс. Так, Иблс. Знаешь, что я тебе сделаю? Иблс. Блин, это рискованно. Это самый рискованный Иблс на свете. Так, Иблс, я возьму аптечку. Та-та-да, аптечку я заберу. Иблс. Так. Лови. Ну, допустим, 60 я не отнял, 53, но это тоже было неплохо. Главное оставить хоть какую-то часть этого дома. Сноуфлейк, давай прыгай оттуда, ты уже ничего не сможешь сделать. Просто прыгай все оттуда. Ну, чувак, ну прыгай, ну что ты там делаешь, что ты мутишь, дичь какую-то? Смотри, он до последнего там, он предан делу своему. Я не понимаю, как это происходит так. Я не понимаю, зачем он это творит. Что за телефонная будка? Что она делает? Я сегодня увижу ее в действии или нет? Попробуем вот так. Да? Это было идеально, ребята. Это было хорошо. А тот ручки потер такой, типа, ха, вот это я могу, вот это я молодец. Еще рано радоваться, еще 180 жизней сидит здесь. Ниппи. Я даже не представляю, как с ними сейчас бороться. Ну, допустим, ладно. Вот что сейчас делать, я хз. Вот я реально хз, что сейчас делать? Вот сейчас я вообще не врубаюсь, что делать. Так. Смотри. Она пролетела над моей головой. Ладно. Это попытки сейчас достать вот этого козла. Ладно, окей. Я что-то придумаю, я надеюсь. Хотя можно лонгмену гранату сейчас кину. Ну вот за вот эту хуйню я тебя вообще изнасилую, блядь, сейчас. Вот за вот эту тему. Но я в любом случае, я не знаю, как оттуда выбираться. Я в любом случае. Поэтому, лонгмен, ты остался один. Мне будет в любом случае попроще в этом плане. Ведь ты остался один всего лишь. Я просто попробую сейчас грену в тебя кинуть и все. Вот так вот аккуратненько. Хоба, вот так. Хоп, прям под попку. Ты падаешь на мину, и тебя убивает. Вот так. И там, возможно, робот взорвется. 5 хп осталось, кого? Бляха-муха, ну что ж такое? Как может быть такими живучими? Граната взорвала, мина взорвала. И оно осталось живым. Как так? Как оно выжило? Ёбаный. Фу, тихо. Вот это уже опасные звоночки пошли. Лох, до свидания. Вот это было нормально, вот это нормально. Слушай, ну, вот все выходы такие. Вот это было нормально, вот это мне понравилось. Так, я продолжаю доставать товарища. Так, тихо. Я продолжаю доставать этого маленького. Так, тихо, вот так сделаю, смотри. Сейчас по красоте, смотри. Смотри. Ой, бляха, муха, зачем? Зачем? Надо было того просто делать. Ниппи, просто себя завали тоже. Завали просто себя, Нип, пожалуйста. Удачи, Ниппи, тебе даже вон пишут. Просто себя вольни, и все будет хорошо у тебя. Понимаешь, себя валишь, и все, без грены. Грена может провалиться мне в дом, поэтому не надо этого делать. О, ну это было нормально, это было хорошо. То, что карта разрушается, это, конечно, плохо, а в принципе, в целом хорошо, ладно. Окей. Сейчас все будет, братан, сейчас все будет хорошо. Сейчас я все сделаю. Я даже знаю, как я в тебя попаду сейчас. Ты не знаешь, а я знаю. Смотри, ты сейчас офигеешь, бро.
Додж. Ебаха-муха! Ахахаха! Я не представляю, что это сейчас было. Он должен был вылететь же просто и попасть в него. Это называется волнение. У них еще два чела осталось. Два чела. Один с 5 хп каким-то образом выжил. Он выжил и пытается меня пройти. Как так? Слушай, это пока что, наверное, самая потная катка. Я в каждой катке это говорю, но, по-моему, это самая потная катка. Вот из всех, которые были. Так. Вот что можно ему туда набросить, чтобы он обоссался? Что? Грена не задержится там надолго, стопудово. Ну вот этому челу бы Грену отправить. Да ёб твою мать, да почему же ты рикошетишь обратно, я не понимаю. Ну ты не можешь прицелиться, прикрепиться к нему. Почему липучки нету, гранаты тут? Тут, наверное, откроется она позже в компании. Но сейчас мне дают простую Грену, ненужную, абсолютно ненужную. Ну что ж такое-то, а? Судя по всему, я буду конкретно резать видос и монтировать его очень долго. Спрыгни сам, пожалуйста. Убей сам себя, я тебя прошу. Ёбаный рот, он меня задел. Но зато сейчас я Нет, как в тот раз не получится, чувак. Как в тот раз у вас не выйдет. В этот раз я спущусь к тебе, но я не буду тебя тыкать пальчиком. Никогда, ни за что. Ты меня плохо знаешь, чувак. Два раза на одну херотень я не куплюсь. Он выжил. Так, подожди, ну ходить-то я буду. Ходить-то этот будет. У меня еще будет шанс его убить сейчас. Все хорошо, спокойно. Ну, он же не может вот так стрельнуть, и она вот так вот попадет и в меня. Бух! Такого не будет. Вот, правильно. Фух. Вот это да, вот это волнение. Но я должен выиграть. Он вон селфи делает. Долбоеб, 196 хп. Думает, что все простительно, да, ему? Это дурак селфи делает там. Ну, главное, что я закончил с этим челом. Остался один, но его надо уже базукой добить, там 5 хп, просто 5 хп. Их еще расставили изначально, очень выгодно, а я вот отсюда пробирался через столько... Смотри, он что-то делает, он что-то думает, он что-то какие-то штуки мутит, я не понимаю его немножко. Так, окей, заходи в дом, все, я в безопасности, ребята, это главное. Подожди. Так. Так, я в безопасности. Но нужно его аккуратненько сейчас все-таки ливануть. А хотя что я мозги парю? Сейчас мы его так и ливанем. Это же... Иначе я опять что-то не то могу сделать, и все, и жопа будет. Ебать мой хуй. Чувак, ты в курсе, что все? Это конец. Братан, это конец. Тебе конец. Это было очень напряжно. Это было очень напряжно. Посмотрите на это лицо. Подожди, я смотрю на это лицо. Мне нужна его радость. Это было некрасиво. Это было на грани, чувак. Это капец. Я даже не знаю, сколько у меня час серия заняла или сколько. Контролирую все здания в одно и то же время. Ой-ой-ой, как жестко. Английские банки в следующий раз у нас с вами будут. Не верь снайпу. Слушай, судя по всему, у нас еще будет еще сложнее начнется тут дело. Ну что ж, увидимся в следующей серии и посмотрим, как у нас английские банки пройдут. Мне кажется, будет еще жестче, потому что я уже по картинке вижу, там начнется трэш полный. С вами был Влад Шима, всем спасибо за просмотр, это была очень напряженная серия, я в шоке. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй. И пока-пока.